десятилетия назад юриста перевоплотил узника Пари за больной азарт. Мораль его прощального письма: свободному уму не страшна тюрьма. Полтора десятилетия назад юриста перевоплотил узника Пари за больной азарт. Мораль его прощального письма: свободному уму не страшна тюрьма. Завтра в полдень я получаю свободу. Однако прежде чем оставить эту комнату, позвольте назвать океаном ссора все, что вы назвали благами цивилизованного мира. Земли не видел здесь и людей, но в книгах пил ароматное вино, охотился в лесах и пел такие песни, в реальности которых не бывало чудесней. Красавицы, как облако алого цвета, созданные словами поэтов, приходили по ночам, шептали сказки, без опаски сединой красили виски. Взбираясь на пик Эльбруса и Монблана, видел оттуда, как утром испаряются туманы. Вечерами солнце заливало небо золотом, во снах парил над изумрудным городом. Ваши книги передали мне мудрость, все, что веками создавала неутомимая мысль, вставлена в черепе в небольшой ком. Благодаря всему умнее вас интеллекта, обезумели, выбрали дорогу не ту, принимаете за правду ложь, безобразие за красоту. Променяв небо на землю, ценности стали похожи на неустойчивую кеглю. Чтобы показать то, что моя ненависть живая, 2 миллиона презираю. В начале спора я уподоблял их раю, чтобы лишить себя законного права на выигрыш. Наш договор я нарушаю. Банкир испытывал отвращение к себе теперь. Придя домой, он лег на постель. Долго не давали уснуть ему волнения и слезы, чтобы кривотолки оминули заголовки прессы. Взял со стола лист с отречением, его спрятал в несгораемый шкаф с опасением. Только тихо шептала банкиру память и тьма: свободному уму не страшна тюрьма. Свободному уму не страшна тюрьма. Полтора десятилетия назад юриста перевоплотил узника Пари за больной азарт. Мораль его прощального письма: свободному уму не страшна тюрьма. Полтора десятилетия назад юриста перевоплотил узника Пари за больной азарт. Мораль его прощального письма: свободному уму не страшна тюрьма. Полтора десятилетия назад юриста перевоплотил узника Пари за больной азарт. Мораль его прощального письма: свободному уму не страшна тюрьма. Полтора десятилетия назад юриста перевоплотил узника Пари за больной азарт. Мораль его прощального письма: свободному уму не страшна тюрьма.